привлек внимание близнецов. Так, я на базе. Если бы не ты, я бы так и сидела дома. Так, смотрим задание миссии. Побег. Что, пора? Погнали. Откройте ворота! Откройте ворота, я ухожу. Что это такое? Работаю на износ. Но оно... Граната. Коктейль. Ага, понял. Так, дальше мы идем выполнять задание. Поехали. А, подожди, у меня что там с оружием? Граната. Как перекинуть? Снаряжение. Так, я что-то не понял. Что бы ни случилось, я рад, что Кармина вернулась. Как добавить? Ладно. Чтобы я еще когда-нибудь вошла в бункер, ну уж нет, с меня хватит. Надо миссию выполнять. Так, траву надо взять. Я тут, едем. Так, надо на карте указать. Как нам куда ехать? Нам сюда вот надо ехать. Сюжетное задание выполняем. Люблю скорость. Квадроцикл еще стоит один. Он трава. Надо взять траву. Поедем на этом. А вон еще. Собирать ингредиенты надо. Так. Сел. Я тут. Сел. Едем. Все, готова перестрелка. Рейдеры гоняют по долине на грузовиках. Развозят этанол по аванпостам и мастерским. Грузовики можно взорвать, чтобы лишить рейдеров топлива. Но лучше угнать и доставить в процветание или на любой освобожденный аванпост. Нужно сменить позицию! Все
Отсюда. Откуда? Откуда шмаляет? Там что такое? Еще машина едет. Свои. Жива. Еще жива. Что, надо тачку к нам доставить? У нас потом такая вот тачка будет. Давай попробуем доставить. Едем. Аккуратнее. Я случайно, я извиняюсь. Тяжелая техника. Куда она поехала? Я что-то не понял. Ага, я пешочком пойду, да? Шкурку. Зараза. Хера себе, змея прям кусала. Я не успокоюсь, пока мы не прогоним всех психов в масках. Любая мелочь сгодится. Кожа гремучей змеи. Ладно, поехали нашу миссию выполнять. Был режим автовождения. Водит, как моя бабушка. Вижу врага! Где? Пока едем нормально все. Ого, что здесь? Все, ребятишки отдыхают. Бывало хуже.
Фига, трава прям разгорается, смотри. Рейдеры орудуют по всей стране и время от времени посылают друг другу припасы. Если увидишь самолет, скорее всего он принадлежит им. Каждый раз, когда сбрасывают груз, начинается драка за то, кому он достанется. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, отлично. Там плохие базы. Мне тут подсказали, что у рейдеров появились грузовики с кучей всякого полезного добра. Попробуй их отбить, это может нам здорово помочь. Минус один. Ха-ха-ха. Я должна тебе кое-что сказать. Рейдеры, они забрали моего папу. Огненёк. Так, надо сюда зайти обыскать, да, что у нас здесь? Там что-то есть. Надо посмотреть только, как забраться туда. Ну, животинка. Угу. Так и выживаем. Все идет в ход. Трава прям горит, хера, все загорается. Кто-то едет. Ладно, зайти сюда, обыскать здесь чем. Осторожно, впереди враги. Так, так, так. Все, вроде нормально, все чисто. Поехали. Я тут, едем. Так, а это кто? Знаешь Ларри Паркера? Был такой местный сумасшедший. Сам он давно пропал, но что-то мне подсказывает, что тут он оставил кучу всего крутого. Найди тайник с полезными предметами, инструкция по выживанию. Журнал. Тайник с полезными предметами, да? Ты чё, зараза? Чё кто-то едет?
свои. Вот черт! Бы искать тайник. А где я найду тайник? Ладно, надо выполнять задание. Поехали. Что там? Что случилось? Быстрее, детка. Сейчас останавливаю. Чисто, нет никого. Эй, смотри, кто захерачил! Завалил. Кто здесь? Блин, и огнемет бы поменял бы, конечно. Гражданского завалил, блин. Извини. Извини. Либо оружие поменять бы. Ладно, поехали дальше. Так, а он там что за антенна? Надо миссию выполнить. Что за хрень они тут делают, промышляют? Сейчас мы все узнаем. О, пушка снайпер. Круто. Я не хочу к этой херне подходить. Зараза. Кто так нашел, тот и взял. Вот приехал. Это единственный способ выжить.
Чтобы понять, как отключить это устройство, нам осталось проверить только дом. Знать, как бы в него попасть. Дверь заперта изнутри, замок видно через решетку на крыше. Может, какой-нибудь умник придумает, что делать с этим чертом замком. Если увидишь странствующих людей с рюкзаками, спроси, что у них есть. А может, они захотят купить что-нибудь у тебя? Надо как попасть. Берегись, там пчелы! А как попасть? Я вот не знаю. Дверь заперта, чтобы за замок видно через решетку на крыше. Может какой... А, понял. Все, понял. Хитро сделано. Все, отключили его. Давай, пошли. Устало мне. Это интересно, мы сейчас подберем. Тайник, вот он тайник, кстати. Восстание машин завершено. Хочешь совет? Не проходи мимо. Прятать ценные вещи – что-то вроде местной традиции. Ты обязательно найдешь что-нибудь интересное. Так. Все, забираем. О, еще что-то забыл. Ага, снаряжение. Аптечка. Вроде все. Раз. Ух ты, аппаратура Ларри еще пашет. Хотя неудивительно, он был не глупым парнем. Помню, он говорил, что все это барахло ему нужно для путешествия на Марс. Интересно, что с тобой стало из псих-то эдакий? Раз. Путешествие на Марс. На Марс улетел, что ли? Так, ну все, пойдем дальше. На нашу тачку. Так, это я задание выполнил. Едем дальше. Так, а вот это вот что за... Надо зайти сюда, тоже посмотреть, что тут такого. Телевизор. Что такое? Росомаха, ни хрена себе.
Глушитель бы какой-нибудь надо, конечно. Что там? Зверюга взбесилась! Кто-то едет. Я думала, мне конец. Все, ладно, пошли. Порядок, едем. Так. Это не все выполнено. А вот кто там? Стоп. Я ж так просто, ты чё, чувак? Рад, что ты на рейдеры охотились на собаку. Так она загрызла троих перед тем, как и... Тут оставаться нельзя! Стоп. Равнят. Рейдеры охотились на собаку. Так она загрызла троих перед тем, как ее поймали. Они тащат всех собак к мяснику. Может, эту еще можно спасти? Она не заслуживает такой смерти. Ага, надо вот сюда мне. Ладно, уходим. Пойдем на машину. Я пошла! Черт возьми! Я убью тебя быстро! Да я почти как ниндзя. Классная снайперская винтовка, она мне прям нравится. Ладно, поехали. Мы выполнили здесь. Надо что там сделать-то? С собакой что-то. Персонаж, журнал. Помочь с собакой. А к мяснику едем. Ну ты чё отстаёшь-то? Я тут, едем. Ого, сработало! Чё такое? Так и выживаем. Всё идёт в ход. Свои. О, вот сюда заглянем. Так, а здесь что у нас? Мне снова. Кто едет? Лево,
базу кто помню. Нашел, тот и взял. Ракетница у него была. Мне повезло, он хотел, наверное, запустить. Поехали. Поехали. Так, схема проедет какая-то. А чё, прямо-то не проедем? Тихо, чё там? Едва пронесло. Фига себе, птицу подбил, охренеть. Охота на птиц. Сейчас второй заход будет. Нет, не будет, улетело. Улетело, ладно, поехали. Порядок, едем. Посмотрим, что можно сделать. Так, карта. Ага. Бездорожье. Едем по бездорожью. Куда быстрее-то? Ой-ой-ой-ой. А вон дорога, на дорогу выйдет. Я могу починить. Что смогу. Обыщем сейчас трупешники. Поехали. Поехали. Свои. Блин. Заехать-то не могу. Найти собаку. Сейчас будем искать собаку. Где-то гавкает. Где-то гавкает. Не пугайся, собачка, а то мясо будет невкусно. Босс какой-то, охренеть. Как он так ринет. Еще один есть.
Хедшот. Охренеть. Гранат кинул. Надо быстрее собаку освобождать. Так. Нужен ключ, а где ключ взять? Челюсть выдерну. Так, а где ключ-то взять? Не забыть, спроси старшего брата о той штуке, когда ешь кого-то и получаешь его силу. Тигр, охереть, умный пес, если съем. Кстати, он мне или подарит близнеца, мне это пес, наверное, зазвет, типа, будто они тупые. Я пошла! Твои зубы я буду носить на шее! Здесь опасно! Я, конечно, все понимаю. Но ключ-то где? Здесь, наверное. Приласкайте испуганную собаку. Меня теснят! Я под обстрелом! Узнайте, чего хочет собака, офигеть. Есть что-нибудь стоящее? Узнайте, чего хочет пес, а я что как узнаю. Что он там гавкает? Мне снова повезло. Вообще, я не знаю, что. Не забывайте про сраный ключ. Не забудь, не вздумай есть ретриверы, не скормил его хреном, чтобы он выблевал ключ. Ты скормил его хренотону отраву. Что делать-то? Сейчас попробуем наверх забежать.
вообще не пойму, ничего не понятно. Что ему надо? Так, я вообще не туда пошел, куда ты уже. Звездное небо мне никогда не надоест. При стрельбе задерживает дыхание. Че нам-то? Тебе, дружище, я не пойму. Может, с той стороны попробовать пройти? Убери оружие. Ага, понял, наконец-то. Чё надо? Что дальше? Я бы пошла сражаться в любом случае, но я рада, что ты здесь. Так. Привет, псина. Вчера ты какой умный пес, блин, охренеть. Что дальше? Thank you.
Так, еще раз, да? Мама не разрешает завести собаку. А, мне надо было там как-то. Я понял. Сейчас еще раз. Так. Хотела бы я застать сопротивление, о котором постоянно говорят родители. Сюда. Я не понял. Не пойму. Ну, рассвет наконец-то. По теме задолбал это. Воу, фига я проскользил. Так. Парашют, понял. F-парашют. Попробуем. Сейчас попробуем. F-парашют, значит. Так. Все было хорошо, пока не приплыли. Вообще не пойму, что делать-то. Я здесь не залезу никак. Так, еще раз, значит, пробуем. Да. Здесь надо думать, да. Так, так, так. Что надо-то? Эй! Короче, я вообще не пойму.
Забавно. Здесь ну, так просторно. Вы знаете, напишите в комментариях. Вообще не пойму, как туда залезть. Или, точнее, не залезть, а чё? А, вот здесь вот. Думаю, мы сможем что-то изменить. Прозагнаться, что ли, туда запрыгнуть? Ё-моё. Так, а вот здесь что у нас? Это немного, но надо довольствоваться тем, что есть. А, я типа до тут должен был допрыгнуть. Понял. Во, у меня эта собака задачила. Короче, я фиг знаю. Сейчас попробуем еще раз. Есть. Охренеть, я запрыгнул. Охренеть. Все. Понял. Детонатор нашел, отлично.
Так. Озадачил ты меня опять. Там хозяин магазина есть, да? Пойдем теперь к нему. Надо на тачку садиться. Кармин, ты чё там, Кармин, застрял? Пошли, корми. Так, нам надо в тачку садиться. Чему научил. Все отлично. А, вон он, наш чувак, который нам нужен. Не, все, хорош. А, где? Так, боеприпасы. Добыча, обмен, правда, подтвердить. Подтвердить. Продать все. Отлично. Надеюсь, все отлично.
Теперь до сюжетного задания дойдем сейчас. Чинить всякие штуки — это семейное. Жива. И еще жива. Таким щитом им даже взрывы ни по чем. Отлично. Бомба пошла! Я отваливаю! Че, от него ничего? Херстым, поехали дальше. Ходу. Стой, подожди, что он еще прибежал обратно? Поехали. Садимся. Сюжетное задание выполняем. Что у нас здесь? Понял, ничего. Поехали дальше. Порядок, едем. Так, откуда? Снайпер, что ли, блядь? Я здесь, я
сюжетное задание, ёп. Откуда он оттуда? Обойма маленькая. Ага. Боеприпас беру. Придумать, как попасть в здание. Так, как попасть в здание у нас? Вот вход. Так, доберитесь до Раша. Я вообще ничего не вижу, куда идти? О. Найду позицию получше. Так. Чувак на из поезда. Господи! Боже, я думал, ты труп! Надо было в тебя верить. Ты пришел за мной. Чокнутый сукин сын, ты пришел за мной. Нужно идти. Ну! Погнали! Вставай за турель, и я вытащу нас отсюда. Так. Сейчас, подожди, я обыщу. Ты садись сзади. Будешь стрелять из этой пушки.
Садись на мотоцикл. Он знает свое дело, так что пусть придумает, как довести до ума нашу шахту. Развяжите ее язык. Вставай за турель, и я вытащу вас отсюда. Не перегибайте. Помните, из этого лоха можно выжимать идеи, как... Я за рулем. Ты садись сзади. Будешь стрелять из этой пушки. Погнали. Едем! Едем, едем! По кочкам гоняем, друзья. Сзади все чисто, дружище. Сзади кто-то, да? Нет, пока на мой не едет. Что мы там выбрали, что ли? Такой ногой водить нельзя. Ты знаешь, куда ехать. Дальше вести будешь ты. Процветание, поехали. Вернемся на базу. Странно, что за нами погони нет еще. Очень странно. Не думал, что останусь в живых.
спасибо, что рисковал жизнью ради меня, Кэп. Я тут такое видел, не поверишь. Как-то ночью на шахту напали странные люди. Они словно из каменного века явились. С луками и стрелами против дробовиков. По ним били в упор, но они не сдавались. Слушай, я не верю в магию, но верю своим глазам. У них было что-то такое необъяснимое. Если бы мы знали, в чем их секрет, может, смогли бы дать отпор близнецам. Я вымотался, надо перевести дух. Боже, Раш, как же тебя отделали? Ерунда. Пара дней и пройдет. Я не ослышалась? Ты Томас Раш? А вы миссис Рай. Кармина о вас рассказывала. Дочка у вас не промах. А то я не знаю. Кармина, принеси спирт. Ага. Дай-ка осмотрю рану. Вот так вот. Сустав придется вправить. Выжил только ты? Да. Мне жаль. Не представляю, каково тебе. Я виню себя. Близнецы умеют нагнать безнадёги. Поэтому ты и нужен нам. Не знаю, какой от меня теперь толк. У нас получится, Раш. Отстроим тут все, укрепим, как и договаривались. Это сложно. Нужны специалисты, эксперты. Но начинали вы с малого. И здесь то же самое. У тебя есть опыт. Научи нас. Нужны еще люди. Они должны хотеть учиться и быстро. Ясно. Так, теперь сустав. Готов? Да. Давай. Приступим. Воу-воу-воу! Эй, стоп! Может, отдохнем? Пожалуй. Колесси, фашист. О, привет. Привет. Ты тот чувак с поезда. Ты куда, да? Я здесь не только ради отца. Я хочу помочь. Месть ничего не изменит. Видел тебя с Карминой. Одну миссию выполнили. Все. Рад, что вы спаслись. Всем спасибо, кто смотрел до конца.